Ребята, привет! Вы на канале Kids Play. И сегодня угадайте, в какую игру мы будем играть. Все правильно. Это Angry Birds 2. А вам, ребята, нравятся эти злые птички? Ведь Angry Birds переводится как злые птички. Так. Ух ты, сколько злых свинушек. Да-да-да, ребят. А ведь нам надо в этой игре именно свиней мочить. Потому что они злые и воруют наши яйца. Ну, птичек. Вот, по зеленой линии. Это наша птичка Ред. Красная. Отлично, ребят, смотрите. Мы замочили всех свинюшек. Вот это класс. Так. Еще одна конструкция. Это уровень 2. То есть вот этот... Два кругляшка наверху, это показывает, что уровень состоит из двух частей. И теперь нам нужно свалить вот эту конструкцию на свиней. Помчались их мочить, ребят. Коснись с экрана, и Ред активирует свою способность. Ага. Ред становится сильнее, толкает. Намного лучше. Замочили свиней, ребят. Вот это свин. Смотрите, ребят, он своровал наши яйца. Шеф-повар, свин какой-то. Но сейчас мы его догоним. Наши птички так просто не сдаются, ребят. Сейчас мы их замочим, всех этих свиней. Далеко не улетишь. Да-да-да. Так, помчались во второй уровень. Сундучок. Отлично, ребят, нам дали троицу. Это птички, которых нажимаешь два раза, и они становятся в три, превращаются в такие. Отлично, отлично. Боль пройдет, злость останется, говорит Ред. Сейчас мы это и узнаем. Смотрите, ребят, свиньи построили конструкцию в виде бокала. Но сейчас мы с ними быстро расправимся. Коснись экрана, и синяя троица активирует свою способность. Вот о чем я вам и говорил, ребят. Вот так вот. Долго вы здесь не просидели, да? Свиньи. Злые свиньи, которые украли наши яйца. Праздник у вас, да? Сейчас мы этот праздник прекратим. Сейчас. Все, ребят, пунктирная линия пропала. Смотрите, ребят, как они боятся, дрожат. Мы видим дрожь у вас в глазах. Отлично, ребят. Смотрите, как мы взорвали их на конструкции. Вот это да. Это крутяк, ребят. Мы рады. Мы рады, что мы победили. Смотрите, как мы радуемся. Круто. Мы этот уровень тоже прошли на 3 звездочки. Давайте посмотрим, что нас ждет в следующем уровне. Ред говорит про то, что скоро у нас повысит уровень птиц. Все серьезно, ребят. Ребят, смотрите. Конструкция как ракета. Чем быстрее заполняется крушиметр вот этот справа вверху, тем быстрее нам дают карту еще одну. Ребят, разбомбим их ракету. Отлично, отлично. Она даже... Вау, ребят, смотрите, как круто. Ракета прилетела нам в экран прям. Ну вы там долго-то не засидитесь, наши недружелюбные свинюшки. Дрожите, трепещите. Сейчас к вам полетит наша троица. Отлично, ребят. Смотрите, как мы их мочим. Ребята, если вам нравится эта игра, вы оставляйте свои комментарии. Не забывайте ставить лайки. Крутяк! Мы снова прошли на 3 звездочки. Сейчас посмотрим, что нас ждет в следующем уровне. Нормально, такая интересная игра, да. Красочная. Сундучок. Вот это крутяк, ребят, нам дают Чака. Чак, который срезает просто деревянные конструкции напрочь. Сейчас мы это проверим.
Чак будет очень силен. Я больше чем уверен. Вот это, да, у них там подъемный механизм прям какой-то. Ребят, ну чё, мы Чаком сейчас срежем их конструкцию напрочь. Оп-оп, и динамит еще задели. Вот это крутяк. Вау, ребят, какие взрывы, ну посмотрите. Крутая игрушка. Да сколько бы вы ни строили конструкцию, мы их сейчас разбомбим все. Смотрите, мы попадем сейчас в ТНТ, этот взрывчатка, трепещите. Вот, отлично. Крутяк. Ребят, ну это круто вообще. Смотрите, как мы прям мочим этих свиней за то, что крали наши яйца. Сносим их, как в боулинге, страйк. Постоянно одним ударом. Вот это круто. Но это пока легкий уровень, ребят. Чем дальше, тем сложнее. Дальше будет не все так просто. И не так часто будут страйки. Забираем наши награды. Отлично. Сундучок здесь у нас что-то еще моргает. Классно. У нас много самоцветов, ребят. А вот этот свин на дирижабле. Так, что у нас здесь еще есть? Опять самоцвет, это хорошо. Это очень пригодится, я так думаю. Давайте разбомбим этого шеф-повара свина. А то он что-то засиделся в своем дирижабле, там в корабле в этом летающем. Сейчас он получит. Так. Вот такие конструкции, да, ребят? Не особо прочные. Сейчас мы редом столкнем вот эту тележку. Трепещите. Смотрите, как они боятся, у них зубы стучат. Отлично. Вот. Вот так и будет со всеми своими свинями. Все, ребят, мы их всех убили. Круто. Переходим во вторую часть уровня. И здесь нас ждет наш шеф-повар свин. Вы посмотрите. Сейчас мы его добьем. Сейчас Ред подтолкнет эту тележку на него. И смотрите, ребят. Его просто так не убить. Придется второй раз стрелять. Сейчас мы Чаком вот эти камни снесем. Приготовься умирать, свин. Отлично, ребят. Мы его сделали. Вот это я понимаю. Вот это Angry Birds. Ребят, если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. А мы с вами увидимся в новых сериях. Ребят, вы посмотрите. Там какой-то другой свин забрал наши яйца. Это какой-то дурдом вообще.